Мака ждет кушать. Всем привет! Это наш завтрак. Это пиота. Пиота. Сейчас размачивать будем в кипятке. Чашка ячменная. Сырок. А где тарелочки вот эти? Вот у нас только корма для собак. Они вчера купили. Для щенят и для взрослых. Ты проплан купил для взрослых? Проплан. Мака чуть не особо хочет его кушать. Но он есть все равно много. Говорят, тебе худеть надо. Это так и есть. Клим играет со своими забытыми игрушками. Он по ним, соскучился. И в зале все разбросал. Ой, молодец. Старайся. Ура! Да уж. Не очень-то у него получается. Колотить получается. Ну, не может точку попасть. Эти жадные собаки. Мака из-за того, что видит, что тот ест, сама ест корм. Ага. Быстро. Ничего, нормально. Она его подстегивает. Мака, кушай, кушай, ты сейчас пилот все съест. Так бы она ни за что корм не ела. А пилот все съест. Причем он вообще не жует, как вы можете заметить. Ну, там очень. Он кушает. Скажи, баба, приходи. Привет. Я дома. Ты дома будешь? Скажи, да. Приходи, баба, приходи. Ну, тогда баба придет. Что ты там построил? Да. Замок? С паровозом? О-о, упала. Да. А вы... Ой. Я мама. Баба. Поехали, да? Поехали! Клим. Да, мой самок. Молодец. Поздоровайся с камерой. Привет, камера. Ну и как, будем песоком. Да. И покажи камере. Как ты умеешь строить башни, куличики, как ты делаешь? Да, я куличик буду делать. Уже мне получилось. Что у тебя получилось? Замок. То есть, вот. Не очень-то получился. Сынок. У нас здесь сборище всех бабушек и дедушек. И вон баба с дедом. Здрасте. Моя мама. Привет. Мама. Все твои бабули с дедами собрались в одной куче. Мама. Это пожарная. Пожарная? Ой, как на улице тепло, да? Да, тепло. Очень тепло. Мама, ты с бабой пойдешь. Это мой деда. Это твои деда. Где деда Вова? Вот. Где деда Витя? Вот он. Вот он. А я его спрашиваю, кто это? Он не молчит. А деда Вова где? Он стесняется. На кран свой. Мама поехала. Пойдем. Давай, пока-пока. Пойдем, пока, солнышко. Посмотрим. Ладно? Да. Ёлку, ой. А в прошлом году вот так же было тепло. Не помню я, чтобы такая жара была. Нет, на Новый год только снег выпал. Так, не было тепло. Ну, ладно, нет, снега не было, но тепло тоже не было. Мы, в общем, едем в магазин. Я с родителями за компанию в своем новом пальто. Первый раз я надела пальто. Пока. Пока. Но он довольный. Ага. Пока, Климось. Куртка грязная. Ну, конечно, он лазит. Пока, солнышко, пока. Папа купил себе телефон. Новый. Мы идем в Интерфуд купить какие-нибудь новогодние аксессуары. Ну и посмотреть вообще, что есть.
Хочу формочки для печенья посмотреть. И вообще я обожаю Интерфуд. Хоть там все безумно дорого, но хотя бы поглазеть я всегда люблю туда сходить. Даже папа любит Интерфуд поглазеть. Вау, тут есть киндер, блин. Прикинь, тут тысяча. Мы за 1200 покупали, это дорого, а тут 1700. Ну возьми. Парочка. Папа покорно стоит с пустой корзиной. Формочку взяли. Ага. Да, вот и как-то только такую нашла я формочку. Стаканы очень хорошие. Ну возьмите. Да, ну сейчас у меня денег не потом, может. Одинаковые. Я думала. Одинаковые, да? А вот те пошли покажи. Купила вот такую овощерезку. На базаре он очень ловко резал капусту, но мне кажется, что капуста неудачная. И поэтому она у тебя никак не режет. Почему он мне, главное, на базаре говорит? А ты сама пробовала на базаре? Да, он мне говорит, сами попробуйте. Я реально попробовала, было очень легко. Ну вот это что? Ну сейчас у тебя пепел получается из этой капусты. И что теперь? Нормально ножом режь. И пробуй следующую капусту, и следующую, и следующую. Она у него как была? Прям целый вилок половинчатый или как? Да, ну у него прям она твердая, упругая была. Я еще с таким желанием бежала домой готовить борщ. Думаю, ура, у меня будет овощи резать. А может пополам попробовать порезать? Нет, она вот видишь, разваливается сама по себе. Сяка, ты что тут прыгаешь, а? Вот, смотри. Но все равно оно застревает. Мы здесь на скорую руку готовим борщ. Вот у меня зажарка, мясо, картошка. Горячая. Кто это? Это друзья мои. Это друзья твои. Винни-Пух и его друзья. Да? Это ослик, это Винни, это Лева, это Хрюша. Да? Давай покажем. Это такой у нас рождественский календарь. Мы будем в день... По одной шоколадке доставать. Да. Сегодня какое число? Вот это. Вот такое. Кашля. Сегодня у нас пятое. Вот это наш борщ, который мы сейчас будем кушать. Сашина мама с нами. Я купила такую ливерную колбасу домашнюю. Еще вот такое мясо. Еще хрен надо достать, да? Да. Хрен где? А, хрен... С горчицей очень вкусно вот с этим мяском. Где? Где-то в двери тоже ищи. Вот такой холодильник, блин, в котором ничего не найдешь. Нету, прикинь. А в чем? А еще я купила вот такой нёб. Мне он очень понравился. Ты уточни, что такое нёб. Мёд, да. Клим называет мёд нёб. Даже Клим кушает борщ. Молодец, да? Потом все еще тёплый или что? Нет, вторую уже ложку. Попробуй. Запуск. Угу. Да я, в принципе, я ела. Смотри, взяла, смотри, нет. Но он вкусный, зато... Такой не бывает. Бывает в наши дни. Да. Мы будем пить чай в другом чуть-чуть составе. Сашина мама ушла, остались мама с папой. Да все нормально у тебя. Вот это мой чай. Тебе что, мед? Папа себе такой мед купил, принес с собой. Забрус. Ну ладно. Это, понимаешь, вот это сверху снимается, это самое вкусное, я считаю. Папа сидит, разбирается в своем новом телефоне. В общем, я здесь белье собираю, собираюсь чего убрать комбезик Климкин. Он ему уже маленький, мне так жалко. Он нам такую хорошую службу сослужил. Клим его полтора года носил, можно сказать. Вот, полтора сезона. Я его обожаю. Пока, комбис. Надеюсь, что? Он нам еще пригодится, дай бог. Убираешь, может? Ну, он уже как подстреленный, ага. Маленький. Мама попросила почему? Носки собрать. Мама, спасибо. Там это, много не хватает. Да. Я ужас говорю. Такого нет, такого нет. Да, да, не в лес и по дрова. Пока. Мы только что сняли видео про суши. Мама с папой пока здесь сидели, пока мы снимали.
С Кримом, конечно, сложновато снимать, потому что у него очень мало терпения. В общем, на пол видео он уже стал ходить. Что там? Вау, это кит. Смотри, вот это, мам, внимательно смотри. Там сейчас будет момент, как слон. Да, я видела. Да? Бегемот. Вот мне нравится. И сейчас слона-крокодил за нос хватит. Вот это жесть. Ты построила такой... И... Да ладно, не обманывай. Клим построил такую здоровскую башню? Ты сам смог? Нет, я буду строить. Строй, тебе здорово получается. А Пиот меня кусает. Он кусается? Мама, эй, ку-ку. Мы уже сейчас купаться пойдем, да, Клим? Да, мы принесем. Пену мне, папа. Да, пену папа принесет и будем купаться. Говори всем пока. Всем пока. Папа пришел. Нет, он еще не пришел, но скоро придет. Что? Многие пишут по поводу телефона, который папа, я якобы пришел. Потеряла. Я папа действительно пришел, его потеряла, папа. Представляете, до сих пор не нашла. Трубка городская, не мобильный. Не путайте. Мы уже купили новый телефон. Купили самый дешевый с надеждой, что мы старый свой папа найдем. И так и не нашли. Папа, так что домой. Я со странностями. Делал куда-то телефон, городскую трубку. И до сих пор не знаю, где она. Уже сколько дней, мы убирались много раз дома, нету. Значит, я все-таки ее выкинула. Это вообще ужас какой-то. Большое спасибо, что поддерживаете нас, смотрите наши видео. Для нас это очень дорого и важно. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.